Здесь можете сделать и наклончики, и становую тягу, как я говорил, да? Опять же, когда делаете становую тягу, старайтесь спину не округлять. Обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта разъясняет балаковцам, как правильно выполнять упражнения на тренажерах. Их в народном фитнес-парке более 30, поэтому нагрузить можно все группы мышц. Опора очень удачная. То есть вы, когда поднимаете отягощение, она сама у вас уходит. Дальше делаете присед, встаете, ставите ее на место, и она уже никуда не денется. Сам народный фитнес-парк появился в сквере возле спортшколы «Олимпик» на улице Титова по инициативе жителей. Проект реализован благодаря поддержке администрации БМР, а также при помощи предприятий балаковского филиала АО «Апатит» и металлургического завода «Балакова». Спорт становится нормой жизни. Заниматься спортом сегодня становится модно. Сегодня для развития спорта, наверное, недостаточно открывать спортивные школы, секции. Нужно сделать это доступным для всех людей, для всех жителей, чтобы это было в шаговой доступности. Что мы здесь с вами и демонстрируем. Установку спортивных снарядов провели месяц назад. И за это время спортзал под открытым небом уже успел полюбиться балаковцам. Многие сюда приезжают из других районов города. Директор БФАО «Апатит» Андрей Шибнев во время мастер-класса тоже не удержался и испытал на себе один из тренажеров. Раз, два, супер. Три. Хорошо. Для того, чтобы каждый спортсмен, и любитель, и профессионал мог правильно делать упражнения, на тренажерах есть QR-коды. Считываешь их смартфоном и получаешь подробную инструкцию. Благодаря советам в информационных роликах посетители народного фитнес-парка смогут составить себе план тренировок и привести свое тело в порядок. Спасибо большое всем, друзья. Качайтесь. Напутствие Вячеслава Максюты балаковцы восприняли буквально. После мастер-класса никто не хотел расходиться. То на одном тренажере, то на другом устраивали шуточные состязания, кто больше раз выполнит упражнение. Малыши, подростки, мужчины и даже пенсионерки. Никто не оставался в стороне. Этот фитнес-парк стал по-настоящему народным.